еще раз добрый вечер, девочки, мальчики, дедушки, бабушки. Как всегда, в новогоднюю ночь в это время на ваших экранах в этой студии передача «Пусть не пиздят». А именно, почему на Руси мужчины и женщины вечно что-то недопонимают, воюют. В общем, мы решили... Не работает зал, сюда! Значит, зал. Тема нашей передачи... Война полов. Итак, чтобы разобраться, что мужчинам и женщинам мешает мирно существовать, быть счастливыми, мы решили взять... Девушка, вы уже перерабатываете свою ставку. Итак, по понятным причинам мы не можем пригласить всю страну в эту студию, поэтому решили выбрать самых типичных представителей от одной и другой стороны. Встречайте, наши гости! Типичный мужик и типичная женщина! Что же вам мешает? Я не знал. Так, я не понял. Зал скучает, ну? Мы решили разобраться, что же вам мешает нормально жить вместе. Какие у вас есть проблемы, и мы все сегодня попробуем решить. Давай. Согласны? Согласны. Итак, я думаю, что стоит предоставить первое слово даме. Итак, дама, микрофон, пожалуйста. Нет, вы спросите его, вот что ему мешает жить? Тебе что, не мешает жить вообще, нет? Секс. То есть, я не понял. Не хватает. Не хватает. Да. Ну как всегда, деньги или секс? Я угадал, думал, что же будет? Секс. Хорошо. Что от лица всех женщин Земли вы можете возразить на эту претензию? Это для вас он типичный представитель, а я его вообще не знаю. Не знаете. То есть вы хотите сказать, вы мало знакомы, да? Недостаточно друг друга знаем, да? Ну, я скромная. Ну да, конкретная, конечно, проблема, я понимаю. Уважаемый он, что как представитель всех мужчин может возразить на это? Я не понимаю, какие проблемы? Форест Гамп, незнакомый. Все? Что еще надо? Вы видите, проблема легко решается. Вы познакомились? Знакомьтесь, товарищи. Знакомьтесь быстро, и все будет хорошо. Будет быстрый и хороший секс. Итак, первая проблема решена. У вас есть претензии по первой проблеме? Я все еще. Вы знаете этого человека теперь? Как его зовут? Форест. Фамилия? Гамп. Вы готовы с ним переспать сегодня? Нет, я все еще не готова. $100. Отказывали? $100 однозначно не помешали бы. Но сегодня есть еще одна загвоздка. Ага. У меня разгрузочный день и просто нет сил на секс. Ничего себе, да, бывает. Действительно, мы мужчины об этом забываем. Так что вы можете возразить, господин Форест? Я опять не знаю, какие проблемы у меня? Колбаса, яйца, сейчас. У нас получается кулинарная тема какая-то. На самом деле, вы знаете, вот этот микс, как правило, дает очень хороший результат в виде низкокалорийного йогурта, который можно принимать каждый день, и все будут счастливы. Ну? И никаких калорий. Да? Никаких калорий. И никаких помех в плане дней, разгрузочных, каких угодно. Ну, есть проблема, все, войны не будет, миру мир. Нет, есть еще одна. Какая же? Я слышала, что у Фореста в этой студии самый большой.
Действительно, ведь мы недавно совсем узнали, что Форест-то просто невероятный богатырь. Форест, вы же понимаете? Хотя нет, с другой стороны, если разобраться, девушка, ну это же здорово! Это же здорово! Ну, это вы должны быть счастливы! Я боюсь, что меня разорвет на куски, как хомячка! Форест, вы слышали? Вы слышали? Это же действительно страшно, когда на куски. Ну, твой страх. Два дня назад был дизель, минус 15, схожу по улице, думаю, проверю, как живет. Посмотрел, остался недоволен. Вот. И? Как бы сексом заниматься надо на морозе. А, вы поняли все те, у кого такая проблема? Выбирайте холодные места для интимных встреч. Ну все, я думаю, что какие-то уже недопонимания все исчерпаны. Можно в мире жить, все, нет? Холодильник. Я бы хотела услышать, что думает женская половина зала. Хорошо, давайте мнение из зала. Кто готов выступить? Кто из зала? Женщина всегда должна быть готова к сексу. Вот оно, вот оно! Наслаждайтесь, ребята! Радуйтесь!